Для съемок этого автомобиля нам нет необходимости одевать на нашу любимую видеокамеру примочку, купленную за обалденные деньги, аж за $30 в интернете. Потому что это очень большой автомобиль. Вот. Дело в том, что ранее почему я «Газель»-то не снимал? А потому что дилера не было. Теперь «Урал-Авто», советская 32. Ну, с «Урал-Авто» у нас давние, хорошие связи. И вот они решили заняться «Газелями». В смысле, продукции Горьковского автомобильного завода, для которой полностью подготовились и зона продаж, и зона обслуживания. Вот. Кто-то на меня может наехать. Ты же все время был против отечественного автопрома. Вы знаете, да он не такой же плохой, как показала практика. Просто покатавшись на новых иномарках и на иномарках БУ, вот, я скажу, что они с теми же темпами ломаются. И в основном проблема не в машине, а проблема в голове. Если за рулем водятел, то все. Иномарка также сдыхает быстро. Вот. Почему «Газель»? Сейчас объясню. Дело в том, что я немножко увеличился в семействе. Естественно, душа потребовала что? Минивэн. Потому что, ну, на седанах я накатался, теперь хочется, чтобы одновременно и самолеты со мной ездили, и сын ездил, и, может быть, не один. Вот. И желательно, чтобы отдохнуть можно было. Я полазил по дебрям интернета. Обожаю продукцию Форда. Кстати, про Форда потом расскажу. Вот. И хотел взять Econoline. Отличная, большая, вот такая же машина. Вот. Посмотрел цены вопроса. 20-летний автомобиль стоит, ну, в пределах 400-500 тысяч рублей. Мне немножко так дурно стало. Говорю, вы там никак, ниоткуда, ничем. Либо это такие цены, либо необходимо задумываться о продукции отечественного автопрома. Потому что «Газель»-то ничем не хуже. «Газель», она рамная. «Газель» – это тот автомобиль, который выкатил Россию из всех кризисов. А то, что сейчас, ну, судя по тому, что в Магнитогорске все движется, то все нормально. Весьма популярная машина. А такой серии выпущена, что об этом опять тоже стоит гордиться. Вот. Количество автомобилей огромное, причем с удовольствием продолжают путешествовать по стране и машины из первой серии «Газелей». Сейчас это «Газель» бизнес. Если в свое время это была палочка-выручалочка для тех, кто, ну, просто в условиях города не мог ездить на ГАЗ-53, а потом это еще и была палочка-выручалочка для тех, кто хотел зарабатывать деньги на маршрутных перевозках, то сейчас-то все совсем по-другому. Горьковский автомобильный завод вместе с «Уралавто» предлагает вам порядка 1500 модификаций «Газелей». То есть можно придумать все, что угодно. И цена-то вопроса та же самая. То есть в пределах получается 500 тысяч с небольшим, до 600 тысяч. Вы покупаете отличный автомобиль, который легко ремонтируется. Автомобиль на раме, какой хотите. Теперь то, что представлено в «Уралавто». Представлен весь модельный ряд и все двигатели. Мы для путешествия взяли 2.8 Cummins дизель. Поэтому камеру немножко потряхивает, все-таки же грузовик же, правильно? Но если вы не хотите, чтобы вас потряхивало, есть замечательные «Собольки» с двигателем 2.9, 107 лошадиных сил. Ну, наконец-таки наш автопром научился немножко помогать автовладельцам. Поэтому насчет того, что там лошадиные силы, они, естественно, задушены, ну, для бумажки. А так, «Газели» ездят очень даже ничего. Вы можете это каждый день видеть, как у нас маршрутчики. И понеслась душа в рай. Кстати, маршрутчики-то в основном-то и убивают эти машины. Вот. Потому что в действительности двигатель Ульяновского моторного завода. О! Вот. Он не такой же громкий. Просто не надо стартовать и на «Газели» бодаться со Skyline. Ну, делать это глупо. Вот. А особое предложение, кстати, от «Уралавто». Есть там такой замечательный «Соболек». Вот для тех, кто не хочет по самые кривые помидоры машину грузить.
Вот, это знаете вопросы. 485 тысяч рублей. То есть, а почему бы и нет? Если есть гидроусилитель руля, теперь про то, что понравилось тактильно. То есть мне нравится ощущать автомобиль и понимать, что это не та газель, которая вот так вот скручивалась. Ну тогда просто время такое было, и пластики такие были, что все гнулось. Сейчас даже подстаканники были. О! Они сдемпфированы, они вылетают со скоростью там несколько метров в секунду. Вот отдельные версии газели, точнее собольков, имеют и мультируль, кстати. Но нету подушек безопасности. С другой стороны, ну, давайте поймем, что по трассе сейчас надо путешествовать с небольшой скоростью. Потому что штраф это, скажем так, не маленький. По городу надо ездить экономно. И с точки зрения экономии есть и фабрично установленное газовое оборудование. О, молодца! То есть, если вы никуда не спешите, а по сути-то куда торопиться, жизнь идет не спеша, то газель по городу может есть не больше там, малолитражки. Но если же вы, допустим, выбрали тот автомобиль на бензиновом двигателе, то установив в Викаре газовое оборудование, вы с гарантией не слетаете. То есть, есть смысл, как бы, подумав о пикапе, не тратить миллионы, а взять себе спокойную газель, потому что это самый лучший, самый большой отечественный пикап. Есть смысл при необходимости в минивэне, а необходимость такая есть у большой семьи, взять себе соболька, и на нем можно спокойно путешествовать. Ну и не говоря уже о том, как на газели можно деньги зарабатывать. Этим не занимается разве что ленивый. Ну и куда приехать? Естественно, наша любимая Уралавто, Советская 32.